Приветствую. Это распаковка ящика для инструментов от компании Acer, которую я приобрел в интернет-супермаркете Розетка UA. Ящик продается не упакованным, вот в таком виде. Черно-красная расцветка. Это ящик довольно вместительный, 20-дюймовый. Его размеры вы можете видеть на передней стороне. Сделан в Польше. Приобретал я его преимущественно для велосипедных инструментов и аксессуаров. Но, честно говоря, я думал, что 20 дюймов в реальной жизни это поменьше. Он действительно большой. Что могу сказать? Пластик не прогибается. Вроде бы качественный, но есть неприятный такой запах. Химический, едкий запах. На ящике две защелки. Ушко для замка. На обратных сторонах ничего нет. Петли полностью пластиковые. Внутри металла нету. Так же, как и внутри защелок. При открытии сверху обнаруживаем лоток. Такой дополнительный для каких-то дополнительных вещей. Внутреннее пространство ящика выглядит вот таким образом. То есть никаких перегородок, переборок внутри нет. Ну, пластик, как я еще раз сказал, не может быть сверхмонолитный, но я держал в руках ящики, которые вообще прямо гнутся-гнутся. Этот не такой. Вот этот лоток пластиковый, он вообще жесткий. То есть, он такой прям, я думаю, что выдержит, может, довольно большой вес. Вот так. Опять-таки сами фиксаторы. Я в них не вижу металлических частей. Мне кажется, они полностью сделаны из пластика. То есть внутри нету металлического стержня. Также обращаю ваше внимание на петли. Они тоже сделаны вот таким образом. Тоже, по-моему, металла внутри нет. Но, хоть ящик продавался и не запакованным, но он не поцарапан. Никаких повреждений на нем я ни с какой из сторон не обнаружил. Это все. Спасибо. Благодарю за внимание.